другой просто огонь убрать, не на большой, а эту кастрюлю на тот поставить. А, сейчас, погоди. Мы готовим накормление. Да, будем кормить бездомных сегодня. Вот. Пока нарезаем хлеб, готовим суп гороховый. Все, вот так вот мы служим. Вячеслав нам помогает во всем. Нарезал нам картошку. Вот, осталось немножко, и скоро поедем. На улице Краспан. Сейчас почему-то не стали. Ну, мы подвидывали года 3 тому назад, 4. Мы кормили. У нас кормление было. Ну, сейчас я не знаю, что там получилось, но... Вроде все нормально. Питск мой родной город. На горох не влезет. Влезет. На горох не влезет. Влезет, влезет. Кто влезет? Потому что она сейчас как будет. Плескаться, это очень тяжело, лучше по чуть-чуть. Нет, так, нет. Да. Нет, это лучше. Прям половником? Конечно, половником лучше. Да. Вот это. Давай. Лучше половником. Вот так. Вот, видишь как? Так, держалочка? Держалочка. Вот такая, да? Я мягко говоря. Так, ну и мне, благослови Господь. Ты думаешь прям... А как? Ты думаешь прям так? Я думаю так. А потом ложечкой. Так, ложечка. Смотри, даже никаких этих сыпов. Практически, только во мне. Ну это издержки. Сейчас все погнать. Что-то она не отсюда, что ли? Сюда, наверное. Тут дорога. Эх, дорога. Давай.
Разве пошла? Да. Пошла. Куда? Куда? Во. Знаете, деньги на все хорошо. Я в этих захожу. Все хорошо? Наши выиграли. Что наши? Поиграли. Канадцы. 5-0. Володя. За 3 месяца. Я зову. Здесь не знаю. Вот, да, давайте. Куда поставить? Да сюда, сюда. Сюда? Давайте сюда. Хорошо. Поставим сюда. Спасибо большое. Осторожно. Там, ты у нас будущая звезда, тебе нельзя обречься. А мне сказала Кира, что самая главная звезда. Да. Ну я же говорю, самая главная звезда, поэтому в нашей кинематографии. Прекрасно. Ну я стараюсь. Мне так и надо стараться. Так, лавровый лист достался, это на удачу. Письмо. Письмо. Лавровый лист попался. Герман, ты чего возмущаешься? А? Ничего. Давай, Герман, тебе все на хорошо питаться. Теперь точно обойдем к обеду. Так, кому? Кто там?
А я увидела. Так, ага. По второму кругу кто там? Да все. Все. Все по второму пошли. Вот ты куда пошел? Сейчас. Не скир надо знать. Иди возьми вот суп, а потом мы с тобой... Валентина написала на него 70 заявлений в милицию. А. И хоть... Как святой иди, дух. Иди, бери, то Валентина сейчас переживает. Вову, да, мы сейчас будем кормить. Вову, вы что? Вы да? Не забудьте. Да все, все. С чаем нужно будет отдавать один маффин. Посчитай, сколько народу сейчас здесь. Ага, сейчас я посчитаю. Сейчас погоди. Сейчас я посчитаю. На, спешу. Ну, Вова, ну он вообще у меня медлительный, пока его нет. Я посчитала 17. Ну так я еще раз 17. Ну давай. Наливайте. Наливай. Подарок вы. Давай. Не добери. Все, раздаем, да? Да. Да. Угу. Не знаю, я просто вам покажу вещи, которые... Да все, засняли. Пленка кончилась. Ага. Цифровой фотоаппарат. Да я шучу, шучу. Он привод перекадрного перестроил. А что у нас на десерт? Покажи. Вот такие елочки и мак. Шоколадные маффины. А, класс. Пряники в пакетиках, если что. Не жуйте так. Чай пью, все хорошо. Чай пьешь? Да. Ну что, согрелся? Да. Нравится? Нравится. Вкусный? Вкусный. Сегодня с лимоном чай. Да, такой. Крупнолистовой с лимоном. А как вообще тебе вот эта программа? Ну, кормление. А кормление вот хорошо это. Ну, помогает тебе как-нибудь она? Это, я это, Михаил, это, нравится мне. Когда я приезжаю, я радость хорошо. Она кормит, потому что лучше становится. Да? Спасибо, дай Бог вам здоровья. Хорошо, спасибо, Мишенька. Ну, кормит, дай Бог вам это. Кира, здорово, хорошо. Спасибо, тебе тоже. Очень понравилось, очень приятно, еще заодно, что с людьми дружишь, не так скучно. А, это хорошо. Ну вот, да. Надо так что лицо. Без вас было бы намного хуже. Да ладно. Во-первых, нужно продукты искать, потом нужно готовить. Ага. А вот тут пришел как-то дружно, хорошо и коллектив. И коллектив, да? Да. Ну и Наздар. Спасибо, что вы существуете. Наздар. Если хватит, то давайте, да. Очень хорошо, Володь. Спасибо. Живите подольше. Спасибо. Постараемся. И не болейте. Ой, это самое главное. Вот. Иди. Спасибо, Володь. Пряники уже все разобрали. Да. Кекс. А, эти елочки там. Да, там у нас женщина. Елочки притащила. Готовит. Она вот многодетная мама. Да что? И у нее трое детей. Считается многодетной? От трех. Трое или четверо, вот не помню. Трое точно есть. Трое детей. Или даже четверо. И вот она раз в две недели делает вам. Да ты что?
что какое ей здоровье надо пожелать. Да, да, вот она хочет. Хоть подольше поживите, и пусть дочки не болеют. Может, ей чай? А, давай. Да? Да. Там да. Просто у нее две штучки осталось, и здесь две. Ну да, это... Ладно? Ага. Угу. Ну ничего, женщина такая активная. Я как-то... А? Детская игрушка, да. А что это такими преданными глазами смотрят? Ну да. Она где-то работает, наверное. Ну она в декрете сейчас, у нее маленькая. Маленький мальчик, да, сейчас тоже. А я предупредила, что чай без сахара. Раз уже не могу пить без сахара. Вот без сахара. Осталось чай сам. Сейчас. Сегодня съездили на кормление, сегодня у нас было больше 20 человек, 23, по-моему, человека, 24 человека, и подошли в самом конце кормления, уже подошли ребята из Хакасии, и они были на вахте, их кинули с деньгами, и они оказались на улице, без денег, без ничего. Мы их, конечно же, тоже накормили и посоветовали, куда поехать, кому позвонить, дали нужные телефоны приютов, и они уже как бы сами будут выбирать, то куда они поедут. Но кормим мы всех без исключения, всех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Ну так пообщались с ними. Народ у нас там хороший на кормление, голодный, особенно сейчас, потому что холодно везде и горячий суп, горячий чай – это самое то, что им нужно в данный период времени. Ну что вот, будем вместе изменять этот мир –